Она говорила ему: «Бен сен чок севьеру». У нее была жизнь нормальной, теперь ненормальной. Она хотела купить себе Nissan. Ее звали Нехан. У меня из-за них болит зубная эмаль. Взорвался наш любимый Кемал. Кемал, ты виноват, потому что у меня болит эмал. Прости, Кемал. Прощай, Кемал. Ты взорвался, как будто пакет мяса. Зачем ты поднял ногу? Лучше бы ты поднял руку. Пучинин зал!